Я у входа в сафари-парк. Здесь реабилитационный центр для животных. Здесь можно посмотреть над зверьми, понаблюдать за ними в ландшафтных условиях, приближенных к природе. И фотосъемка разрешена. Горная природа нас ожидает. В общем, открывать будем новые страны, континенты. Интересно. Это слониха Чани, которая служила в московском зоопарке. Потом ее хранили, содержали на ПВЦ в каком-то ангаре в плохих условиях, где она была изранена, измучена, голодала. И было ей там очень холодно. Вот она здесь обрадованная, счастливая, живет в этом вольере. У нее тут бассейн есть, питание хорошее, фрукты. Вот это Чани. С умными глазами. Вот приблизительно. Слон. Слон подожди. За стеклом, очень близок. Подожди, он тут говори. Питается. Подожди, умный. Терпеливый слон, громадный. Давай. А это сернобык или орикс. Очень быстрый. Тоже житель Африки. Он развивает громадную скорость до 70 километров, куда спасается бегством. И любит драться. Защищает своих самок. Ритуальные бои устраивает. Бодается лбами. Но друг друга не увечат. Вот как интересно. Сернобык. Вот такая у них плантация. Территория. Калабуз. Ой, какая. В Африке красивая обезьяна бывает. С таким хвостом раскачивается на канатах. Питается листьями, фруктами. И живут группами. Это лемурчик. Это лама, горная лама, семейство. Ой, как интересно. Одна ест. О, куст полосатый. Это тот самый, который охотится на гадюк. Очень терпеливый, приносит тяжести гораздо больше, чем лошадь. И не нуждается в корме таком мобильном, в питании, в воде. Может кустарниками питаться, только боится влаги. Вот как ослик. Гораздо раньше, чем лошадь, был приучен. А вот и красавица зебра. Ой, какая красивая расцветка. Кто-то ест. Идите зеброчку покормите. Сюда и покидает.